Оборонцы айчыны. У Гомелі завершился турнир по зимовым шматборье. Свои дружины представили 21 район в области и 4 района Гомеля. Спортсмены выступали у двух узростовых группах. У первый день лепших вызначили у стрельбе и подтягиваниях. Споборництвы завершили лыжные гонки. Сегодня гонка выдалась трудная, но мы справились с этой трассой, так как снег не был хорошо утоптан и лыжная гонка далась нас трудом. Я считаю, достойно с этими соревнованиями. По выниках споборництва у агульным заліку первое место занял Мазырский район. За им разместились Рогачевский и Лоевский. У молодшем возрасте лидерами стали те же команды, только Лоевский завоевал сребро, а Рогачевский – бронзу. У старейшей взрослой группе первое место у команды Ельского района, Рогачевский и Лоевский на другим и третьем местах.